Владимир, чем могу помочь? Алло, здравствуйте, Владимир. Вы работаете, да, это Яндекс.Еда, да? Это Яндекс.Еда, да, и Владимир? Да, Яндекс.Еда. Можно заказать? Вы можете только самостоятельно через приложение. А не можно вам сказать, доставка не сделайте? Нет, я, к сожалению, не могу сделать заказ, потому что... Что можно заказать тогда? Туре, бомы, алдын, кейн заказ. Повторите, пожалуйста. У вас есть дракон 25 лет? Нам нужно 1 килограмм мяса. Дракон надо нам. 25 лет надо дракон. Нам нужно дракон. Дракон, знаете? У меня же есть Абдрахман, он хочет дракон мясо кушать. Он же голодный остался, да, сегодня? Можно заказать 1 килограмм драконьего мяса? Я не могу, к сожалению. Владимир, слышишь? Да. Драконьего мяса есть? К сожалению, у нас в стране нет драконов, поэтому заказать невозможно. А тогда крокодил? Крокодилов мы тоже не ловим. Почему? Драконов нету, крокодилов нету. У вас как работаете? Нам нужно 1 килограмм 20. Но надо 20. Если вы оцените работу специалиста... Коромыцер, пойдем.